Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы на картах Таро посмотрим, что ждет раков с 13 по 20 мая. А поможет нам великолепная карта Таро мастера Джованни Вичент. Итак, смотрите, это младшие арканы. Прекрасная прорисовка. Сначала первую карту буду вытаскивать из младших арканов, из старших арканов. А вторая карта у нас будет из младших арканов. Прекрасная прорисовка. Итак, дорогие раки, мысленно проговариваем все, что вы хотели узнать, получить ответ «да» или «нет» на поставленный вам вопрос. Это выпала карта повешенной, мы ее не будем трогать, мы достанем все-таки карту. Сила, хорошая карта. Надо немножко будет приложить усилий на этой неделе, не сомневаться ни в чем, проявить стойкость, выдержку, а так как карта сама по себе очень сильная, мощная, я думаю, вам поможет справиться, преодолеть какие-то слабости, внутренние сомнения. Так что не переживайте, у вас все получится. Так, дорогие раки, сейчас мы посмотрим, что у нас тут на младших арканах. Хорошо промешали. Четверка жезлов. Замечательная карта. Вот видите, все, что первая карта старшего аркана вам дала возможность не сомневаться, привить какую-то силу, упорство. А здесь карта вам подсказывает то, что у вас действительно все получится. Шли к цели, может быть, даже не один месяц, а несколько месяцев. И через какие-то трудности, через какие-то преграды в чем-то. Может быть, вы учились, может, вы подготавливались к экзамену. Обязательно у вас получится. Вы сдадите и экзамен. У вас получится справиться со всеми трудностями. Четверка жезлов. Это великолепная карта. Она еще раз подтверждает то, что вы обязательно справитесь со всеми трудностями, какие бы вам ни встретились на этой неделе. Желаю удачи, дорогие раки.